Привет всем, сегодня продолжаем закаливаться. Сегодня будет тренировка. Поработаем стойку, стабилизатор рук и немного поработаем на пресс. Сделаем 3 подхода. Первый подход, когда мы прорабатываем стойку, должен быть подготовительный, чтобы, так сказать, размяться, размять плечи, руки, чтобы ничего не трещало, не болело. Во втором подходе можно добавить немного динамики. Но если у кого-то получается, можно попробовать посогинать ноги, поперекатываться с одной руки на другую, попереносить в центр тяжести. Провели тренировку, сделали по 3 подхода. Если кому-то будет интересно, как натренировать стойку на руках, в следующем видео я могу рассказать в домашних условиях, как это сделать. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Всем до встречи!